У нас в гостях Артём Аинцев. Артём, расскажите, пожалуйста, что такое Атлант-парк? Производственно-складской комплекс Атлант-парк – это комплекс, на котором располагаются производственные складские помещения. Общая площадь арендных площадей – 470 тысяч квадратных метров на сегодняшний день. Помимо этого мы строим порядка 150 тысяч квадратных метров единовременно. Это будет три корпуса по 50 тысяч квадратных метров. Один из них сдается уже в первых числах октября. Вот-вот должна пройти сдача, это 50 тысяч квадратных метров. И далее мы будем строить два корпуса по 45 тысяч квадратных метров и сдадим их в следующем году, ориентировочно сентябрь-октябрь. А регион, в котором расположены складские помещения? Регион – это Московская область, 27 километров от МКАД по Горьковскому шоссе, трасса «Волга». Артём, а расскажите, пожалуйста, что вы делаете, какая у вас задача на эту выставку? Ну, основная задача, конечно же, найти арендаторов на наш комплекс, так как мы строим в формате build-to-suit. Есть на данный момент свободные площади, милости просим к нам. У нас также строятся мультитемпературные склады, соответственно, нам интересны не только сухое хранение, это пресс-сервы, консервированные продукты, орехи, соки, но также мы готовы будем принять в скором времени и продукты, которые требуют температурного склада, +2, +8 температуры. Артём, спасибо огромное.